Меня вдохновляет то, кем я являюсь, то, что я узнаю новое о себе и о жизни. Это потрясающе, потому что было другое время в моей жизни, когда я многого не осознавал так четко, как, думаю, понял сейчас. Я был зол, не отдавал себе отчета, в результате мог натворить такого, что уничтожило бы мою жизнь. И сделая я это, я не узнал бы о тех прекрасных вещах, с которыми столкнулся, которые теперь понимаю. Сейчас на моем лице есть шрамы, на моих руках есть шрамы. Они подтверждают, я прошел через многое. Но гораздо важнее, что теперь я знаю, я иду в правильном направлении. Да, и знаете ли, я сберегу это. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars. But we're making this too hard. And I wonder where you are. It's которые оглядываются по сторонам и думают: «Эй, я смотрю на свою жизнь, это не то, чего я хочу, это мне не нравится». Есть старая поговорка, там говорится: «Знаешь, ты сам постелил себе постель, и тебе в ней спать». Если ты оглядываешься вокруг, и ты в такой же ситуации, где все ужасно, ты не хочешь двигаться дальше. Задумайся вот о чем. Жизнь может быть такой, какой ты ее сделаешь. Ты можешь подняться, ты можешь сменить матрас, можешь сменить простыни, найти новый угол, где устелишь себе новую постель. Ты можешь создавать. Я думаю, эта жизнь может быть по-настоящему чудесной. И человек, отдает он себе в этом отчет или нет, понимает он это или нет, может создавать свою собственную судьбу. Мысли материальны. Жизнь может быть прекрасна. Не сдавайся, дай себе шанс. Будешь ли ты продолжать или станешь жертвой?